Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на канал Иринка Мисс Кейк. Меня зовут Ирина, для тех, кто зашел в первый раз ко мне на канал. Сегодня у меня будет такое видео. Я даже не знаю, насколько оно будет информативное, но я решила его просто снять, потому что я знаю, что кто-то тоже такие видео снимает. У меня вот тут такие коробочки, это все пробнички, это не миниатюрки, это пробнички. Что у меня есть сейчас на данный момент, это то, что мне нужно пробовать и делиться с вами своим мнением. Если вы любите такого рода видео, конечно же, тогда я вас приглашаю к просмотру. Если вам со мной было интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет вдвойне, втройне приятно, то что нас будет становиться с каждым днем все больше, и у меня будет стимул для вас снимать что-то новенькое и интересное. Ну что, начнем с того, что у меня есть сейчас вот в этих коробочках. Я по возможности просто попытаюсь разделить данные видео, чтобы не затягивать, потому что я не знаю, как снимать данные видео. Ну что, погнали. Первое, что у меня есть, это вот такая вот база под макияж. На самом деле, девчонки, у меня подобная база была, наверное, лет 6 назад. Я ее покупала, по-моему, даже в Литуале. И я тогда была настолько глупая, я думала, что это увлажняющий какой-то просто крем, но на самом деле это был полусиликонистый такой, по-моему, крем. Интересно попробовать, какой он сейчас стал. Тогда мне очень сильно нравилось, как на вот этот крем ложилась пудра. Так что у меня здесь 1,5 мл, я думаю, на разочек-то мне точно хватит попробовать. И все, наверное, уже пробовали вот такой вот новый ребрейдинг от Garnier, что они сейчас сделали, это Botanic Therapy. Вот мне попался в журнале вот такой вот бальзам-ополаскиватель против выпадения волос. Любопытно, на самом деле, попробовать, потому что что-то я хожу вокруг вот этой вот серии и никак вообще обновленной версии от Garnier что-то даже еще не пробовала. Покупала маску и покупала органическую маску, тоже скоро покажу вам в своих новинках. И мне дали в подарок, представляете, в обычном магазине 3 пробничка. Это мне дали от фирмы Эколаб, мне дали такую сыворотку вокруг глаз. Ну, фокусируй давай. Ни разу не пробовала такие вещи. Интересно попробовать 5 мл, умотаться, девчонки, просто, я думаю, здесь пробовать. Масло для душа расслабляющее, тоже ни разу такие вещи не пробовала, с удовольствием попользуюсь, это релакс, тут его 10 мл, я думаю, достойно на раза два, может быть, даже, либо на полноценный хороший раз, мне хватит воспользоваться, не знаю, посмотрим. И вот этот мне тоже дико хочется попробовать. Это идет у нас ультраувлажняющая гель-маска для лица, тоже от Эколаб. Здесь 10 мл, я думаю, блин, раза на 2-3 точно мне хватит данной маски. Есть также у меня такой пробничек от фирмы Лерак. Ни разу тоже ничего оттуда не пробовала. Это идет анти-эйдж серия, поэтому, ну, не скоро попробую, либо кому-нибудь отдам. Очень любопытно попробовать вот эту вот серию от Coros Wild Rose. Это, по-моему, идет крем. Это греческая косметика, ни разу ее не пробовала, поэтому прям любопытно посмотреть, что это будет. Также у меня представлены есть вот такие вот пробнички от фирмы Modess. Это продается, по-моему, в Ривгош, и девчонки из Ривгош мне давали данные пробнички, за что им огромное спасибо. У меня здесь получается шампунь и восстанавливающий кондиционер. С удовольствием воспользуюсь, попробую и решу для себя, стоит покупать данные вещи или нет. И да, девчонки, интересно ли вам, если я буду просто после использования таких пробничков, буду посты делать в своем инстаграм, рассказывать, как они понравились с первого раза или нет. На самом деле, когда продукты нравятся, они сразу же с первого раза могут выстрелить. И два, по-моему, шампуня, да, вот у такой вот компании Chapter, я их называю, они тоже представлены в сети магазинов Ривгош, прям хороший у них там ассортимент. От Nivea еще представлен увлажняющий крем для лица. Девчонки, здесь его 4 мл. Умотаться, попробовать. Но на лицо я вряд ли его нанесу. Ну, может быть, на куда-нибудь нанесу его. Так что так вот. Обожаю вот эту сыворотку. Это вот увлажняющий, по-моему, крем. Идет для беременных. Девчонки, как я хочу купить полный размер. Ну, как безбожно дорого она стоит. Это, по-моему, какая-то органическая косметика. Фирма называется вот так вот. Так что
Кто беремчатый, смело пробуйте эту марку, я думаю, вы останетесь довольны. Крутецкий запах, хорошо распределяется. У меня вот просто это повторный пробник уже от Yves Rocher. Вот такая прелестная парочка, Brilliant Shine. Это шампунь и кондиционер по 8 мл каждый. Знаете, вот этот вот классный вариант, кстати, на самом деле, когда марка предоставляет сразу же и шампунь, и кондиционер, и они вот так вот скреплены, ты вот так вот можешь хоп, в командировку, куда-то в гости, там можешь просто так вот с собой их взять. Круто придумано, ни разу не пробовала эту серию, баночки выглядят вот так вот. Кто пробовал, тоже пишите комментарии, интересно узнать ваше мнение, как эти вообще продукты. А я сама не пробовала. Есть вот такой вот лосьон с алоэ вера, я так понимаю, dry skin. По-моему, это для тела. Не знаю, посмотрим, девочки, что это такое. И потом, конечно же, вам расскажу, что это. Что это, для чего это вообще нужно. И вот такой вот Hydro Vegetal тоже крем от Yves Rocher. Неплохие, кстати, эти кремушки, если у вас кожа не склонна к высыпаниям, и вы хорошо очищаете кожу, присмотритесь, на акциях можно прикупить неплохой увлажняющий крем для лица. Так, от Clarins Clarins у меня есть вот такие вот штучки. Я сейчас сразу же их все, наверное, достану, что у меня тут есть. Вообще, на самом деле, фирма Clarins, Clarins, как правильно называется, у меня с ними двоякое ощущение. То есть, мне есть продукты, которые 100% нравятся, есть продукты, которые не нравятся. Вот эту серию я еще не пробовала, увлажняющую. Дико хочется попробовать, никак руки не доходят. Это увлажняющий крем. И сыворотки. Сыворотки идут по 2 мл, на самом деле, под альгинатные маски, просто нанести под кремушек, распробовать мне хватит, так что это тоже мне, кстати, по-моему, давали даже, по-моему, представитель марки Clarins в Литуале, она тогда вот, у меня была кожа безбожно сухая, я искала пудру, и консультант, если, девушка, вы меня смотрите и узнали, я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что не пожалеть его так вот девчонке дать, это, знаете, с учетом того, что вы можете на энное количество денег в самом Литуале покупать чего-то, и вам ничего не дадут. Но отступили. Так, вот этот еще у меня есть дубл серум. Вообще, я не знаю, куда мне его пробовать. Он у меня лежит-лежит. Пишите в комментариях, кому, может быть, что-то тут надо, чем я не пользуюсь. Мы с вами там договоримся, что будем с этим делать. Вот такая вот сыворотка, ни разу не пробовала, но пусть лежит. Офигенный гамаш от Clarins, опять 8 мл, но дико дорогой, кстати, в полноразмерке покупать себе его для тела, я, конечно, прям вообще жадина-жадина, мне кажется, это бессмысленная трата денег, покупать себе вот такие вот гамажи, скрабы от дорогих марок, но не настолько много у меня еще пока выделяется из семейного бюджета финансы для того, чтобы я себе еще и скрабы для тела покупала из дорогих марок, так что, а всецело мне очень нравится, так что смело, девчонки, могу порекомендовать, тоже обязательно попробуем. У меня, знаете, обожаемый мой любимый гель для душа от Каме, это вот этот Magic Spell, это, в общем, гель для душа у нас идет с орхидеей. Боже, как я его обожаю, этот аромат, 7 мл мне давали, по-моему, где-то за что-то. Вообще не знаю, почему я его берегу, но у меня есть полная размерка даже в загашниках, в моих хомячковых запасах. Есть вот такая у меня Glow Reveal, это придающее сияние дневной крем с витамином С. Обязательно попробую. Люмине, говорит, обновили версию, и у них стала намного лучше косметика. Очень интересно попробовать. Так, также у меня есть от Lancome. Это тоже мне при покупке давали продукции Lancome, такие вот Visionaire. Ни разу не пробовала, и что-то как-то не может дойти у меня рука. Это, по-моему, у нас идет сыворотка-корректор и крем-мультикорректор. Но это, по-моему, для возрастной кожи, может быть, даже отправлю либо своей сестре в подарок, либо сама попробую. Ну что ж, уже. Так, есть у меня доктор Пьер Рико, это крем. Ни разу, кстати, вот такие кремушки не пробовала раньше, лет, наверное, цать назад. Когда делала первые заказы, я пробовала у них крем для кожи вокруг глаз и для молодой кожи, очень у них хороший, но после того времени, кстати, ни разу не брала. И, кстати, кремы под глаза от доктор Пьер Рико, очень классная основа под макияж, такая база. Они такие полусиликонистые, мне кажется. Вот этот крем, кстати, не знаю, куда девать, пользоваться им точно не буду. Есть у меня вот такой, кстати, ассортимент пробников от Fresh Line, у меня Кирюха там кричит. Это сыворотка питательная для лица, крем омолаживающий, Кера, крем дневной Афина и крем дневной для лица Афина.
В общем, хочу попробовать, надо просто положить в ванную и попробовать их все, потому что вообще Фрешлайн мне очень сильно нравится, эта косметика, нежно-нежно, люблю эту марку, греческая, натуральная вообще, все в ней круто. Обновленная версия, у меня есть пробничек крема для рук, питание, забота, у меня тут черепаха на заднем фоне скребется, куда-то все убежать хочет. Питание и забота. Тоже надо будет как-то попробовать. Может быть, даже к себе просто в сумочку заброшу, чтобы можно было где-то по пути просто ручки увлажнить. Кстати, хорошая идея. Но такие пробнички ложить в сумочки, чтобы можно было увлажнять руки. Когда была в Ейске в одном из магазинов, и девчонки, кстати, кто живет в Ейске, обратите на салон красоты, который называется Серебро. Это не реклама, но там девчонки... Вот, я не знаю, они мега крутые, они такие, знаете, вот они внимательные, и на ресепшене девчонки, я не помню, как вас девушка зовут, но вам огромный привет передаю, это она мне, кстати, дала эти масочки, не масочки, а кондиционеры попробовать, и надо будет их обязательно попробовать, потому что марка Kérastase, она дико дорогая, и... Всегда боюсь ошибиться с уходом, чтобы это были дорогие, знаете, дорогие профаны. Не люблю такие вообще тратить деньги на что-то. И, к примеру, оно что-то если не подойдет, я сильно разочаровалась. Так вот, эта девушка дала мне 2 пробника. Знаете, она сама дала, я не просила, она сама дала, и я ей за это очень сильно благодарна. Так что, жители города Ейск, обратите внимание на салон красоты Серебро, который находится на площади у вас, там, в центре города. Хороший салон красоты, меня реально он впечатлил. Он так в подвальчике сделан, невзрачно вроде, но внутри прям очень стильно. Есть у меня еще вот такие вот гели для душа от Dove. И эти гели для душа. Что, все? Нет, у меня еще один есть гель для душа. Гель для душа Dove. У меня, получается, есть сливочная ваниль и пион. Ни разу не пробовал, надо будет попробовать. Как-нибудь, может быть, в какой-нибудь поездке их опробую. И идет классическая версия глубокое увлажнение по 7 мл. Того у меня получается такая хорошая, достойная миниатюрка практически в 50 миллилитров, 14, да, 14, 28, 30 миллилитров у меня миниатюрка такого геля для душа от Dove в загашниках есть, так что вот такой вот я хомяк. Так, вот это вот мне надо будет отнести в ванную комнату, потому что у меня вот таких было 10 штук, и сейчас я добиваю шампунь от Natura Siberica с облепихой, в общем, вот этим, вот с этим кондиционером на кончике, потому что я не скажу, что шампунь высушивает, но мне все равно нужно всегда использую кондиционер, потому что длинные волосы как-то надо расчесывать, как-то так. В общем, такое вот интенсивное восстановление от Dove, бальзам-ополаскиватель. Не скажу, что мне сильно нравится, но на одно применение мне надо 2 такие сашетки на длинные волосы. На короткие, наверное, хватит 1, а на длинные нужно 2. Не скажу, что в диком восторге, но неплохие такие, кстати. Полноразмерку точно не куплю. Так, остаточки. У меня шампунь для объема от Clarins. Тоже, кстати, тут вот целых 10 мл. Надо будет как-то попробовать и решить для себя, что это за шампунчик такой. Слышала много таких, знаете, двоякие отзывы о нем, что как-то хороший, нехороший. Тут он с васильком идет, надо будет попробовать. И вот эта вот новиночка от Yves Rocher. Это ночная маска для волос, для восстановления преображения очень сухих и поврежденных волос. В общем, наносится на ночь, а потом смываете. Надо будет попробовать и сделать для вас отзыв. И, может быть, если понравится, надо будет заказать полноразмерку, потому что в Yves Rocher всегда есть какие-то хорошие акции. Так что вот так вот. Ну все, девчонки, показала вам все свои пробнички ухода. На этом видео я приостановлю. Скажу вам, подписывайтесь на мой канал, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Если вы подписаны и вам не приходят уведомления, конечно же, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Если вам было со мной интересно и вы зашли в первый раз, конечно же, безусловно, подписывайтесь. И я буду очень рада вашим подпискам. Пишите комментарии, кто на меня подписался и какое у вас мнение. Вообще интересно узнать, что вы там думаете, как вам такой формат видео. А для вас у меня будет следующее видео. Кстати, это будут пробнички ароматов. Так что, девчонки, подписывайтесь, и вы увидите в следующем видео мои все пробнички ароматов, такие манюнички-пробнички. Так что всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока!